Страшно даже наступать. Смысл же в том, что идет туда холод. Трындец. Это вообще жесть, я здесь не могу находиться. Плесень была. Они наклеили вот эту резинку, чтобы не блокировалась дверь. Стабильно платим жилищно-коммунальные услуги. Мы об этом не подумали. А что он сидит в лифте? Украли. Полтора года. Но, видите, нет, в доме бизнес-класса еще могут. Если крышка не закрыта, то это катастрофа. Когда они соизволят спуститься с небес. Столкнулась с такой проблемой. Сделать нам хотя бы что-то. Отключив в этих квартирах отопление. Закончилась холодная вода. Но Арсенал здесь уже даже и на звонки поскупился. Так много бюрократии. Для чего вам комфорт иметь паркинг и заходить туда с улицы? Сравнить вот это вот убожество. Фактически решился без нас. Ставили нас на произвол судьбы. А и так сойдет. Правящая компания «Ариост» — это позорище. Грусть и печаль. Очень грустно жить в квартиру с разбитым окном. Провела собственное расследование. Платила неофициально деньги сотруднику «Арсенала». Она развернулась и ушла. Почти 2 года назад. Забит у меня вент-канал. Лифт не работает. Купила квартиру в жилом комплексе «Модум». 1, 2, 3. Пожалуйста, помогите. Друзья, добрый день. Я Андрей Артемов. Мы с вами находимся в жилом комплексе «Модум». И находимся здесь не просто так, а потому что меня сюда пригласили жители этого комплекса, чтобы осветить их проблемы. Всем добрый день, меня зовут Кристина, я житель жилого комплекса «Модум», живу в 3-м корпусе, который сдался позже всех. С какими проблемами мы столкнулись? Ну, наверное, начну со своей квартиры. У меня конкретно 2 мерзлых угла в разных частях квартиры. То есть у меня 2 маленьких детей, которые ползают по полу. Ну, конечно, им, скорее всего, холодно, потому что мне тоже холодно. Плюс один из углов не только мерзлый, но еще и мокрый. Мы это обнаружили с супругом буквально недавно. То есть, ну, я даже мог ходить к соседям, но это не протечка, это реально мокрая штукатурка получается, потому что мы вскрыли обои. По дому конкретно, что не нравится? Как обслуживают застройщики именно, управляющая компания. Во-первых, у нас парадная с отделкой, и уже практически все заселились. Плюс многие делают какие-то ремонты, но лифт работает только один, грузопассажирский. И частенько, когда кто-то что-то поднимает, то есть ты такой стоишь, ждешь. Маленький лифт не работает. Не работает спуск в паркинг на лифте. Очень актуально. Ну, во-первых, тем, у кого как бы паркинг, потому что в чем комфорт иметь паркинг и заходить туда с улицы? Странный вопрос. Во-вторых, у нас, например, есть кладовка, но у нас на балконе много крупногабаритных вещей. Например, вот эта вот лодка на машину, она тяжелая, и мы не можем ее без лифта опустить. Ну, один человек просто ее не опустит. Вот. Но мы не можем туда пройти нормально, поэтому храним на балконе. То есть тоже, ну, так себе история. Дальше, самое, что не устраивает, это не работает домофония. Я заехала в середине октября, муж в сентябре, и у нас не работает домофон. Сначала вообще все было нараспашку. Кстати, дверь, которая у нас со двора, до сих пор нараспашку. Одна из 2 парадных вот остались, где может зайти кто угодно, там любой рабочий, строитель, там, ну, любой там, пешеход мимо проходящий. Это ненормально. Ну, за те деньги, которые мы заплатили, и платим за коммуналку. То есть мне никто не может позвонить в квартиру, например, тут была ситуация, я вызвала врача на дом, потому что болели дети, опять же, из-за того, что не было отопления дома в новогодние праздники. Оставили код, но у врача разрядился телефон. Но это житейская ситуация, такое бывает. Но из-за того, что не работает домофон, она не смогла попасть внутрь. Было минус 25, она развернулась и ушла. А у меня у детей у 1 40, у 2 39. Ну, то есть, вот как? Пожалуйста, помогите. Меня зовут Русалина. Купила квартиру в жилом комплексе «Модум». 3-й корпус. На сегодняшний день у меня ледяные полы. Промерзает угол. Писала письмо в гарантийный отдел. Застройщик никак не реагирует, не позвонили, не связались. То есть у меня очень холодный ледяной угол получается. И также очень ледяные полы. И у вас маленькие дети, правильно понимаю? У меня маленький ребенок, да. Мы стелим всякие разные паласы, теплые одеяла на пол, чтобы ребенок мог поиграть. Забит у меня вент-канал.
пока не выяснили еще кем. Забит вентканал, заявка оставлена, жду инженера. Но так как у нас очень медленно действует управляющая компания, надеюсь, что в понедельник вопрос решится. Но пока я сижу без вентиляции дома. То есть это длится у меня уже с ноября месяца, как я заехала, у меня перестал работать вентканал. Вызывала инженеров, они никак не отреагировали, они просто постояли в пороге, подумали, погадали, ушли. Я провела собственное расследование, так грубо говоря, выяснила, в чем суть. И только на сегодняшний день я надеюсь, что решится проблема. То есть, какую-то. То есть я правильно понял, вы еще в ноябре прошлого года, 23-м, подали заявку. Да. И так до сих пор у вас ничего, ситуацию не справили. Да, потому что управляющая компания, он пришел, постоял в пороге и говорит, открывайте окна, проветривайте вас. Вот тут трое человек живут в квартире. Надышали. Мне предложил, вскройте потолок, давайте посмотрим вентканал. То есть я это дело все сама своими усилиями. То есть я наняла рабочих, мне вскрыли потолок, мы просунули камеру в мою вентиляцию, посмотрели, что она чистая, то есть полностью все самостоятельно я это проверяла. Потом поднялась на третий этаж, соответственно, попросила работника, который делает там ремонт, просто залезть с камеры в вентканал, так как у них еще идет ремонтная работа, и я понимаю, что весь вентканал забит. То есть я это делаю все самостоятельно. Как говорится, всю работу за управляющей компанией. Так вы практически уже вентиляционщик. Я уже все сделала, уже на блюдце положила, приедьте, сделайте что-нибудь, помогите мне. А вот если бы еще денег бы заплатили, тогда приехали бы. Наверное, да. В принципе, у меня вот такие вот проблемы. Да? Андрей, здравствуйте. Меня зовут Диана. Я очень рада, что вы до нас добрались. Очень давно с вами общаюсь. Очень рада вас видеть. Я владею квартирой в первом корпусе, в 4-й парадной. У нас также, как и у других соседей, системные проблемы с управляющей компанией и застройщиком. Начнем с моей квартиры. У меня до сих пор, я ее приняла уже почти 2 года назад, у меня до сих пор не заменены окна. Битое откровенно окно я меняла за свой счет. Платила неофициально деньги сотруднику «Арсенала» за то, что тот придет ко мне домой, возьмет там где-то это окно в закоулках и поменяет физически его в моей квартире, потому что переехать, жить в квартиру с разбитым окном сверху донизу мы, конечно, семьей не могли. Это детская комната. 2 окна. Следующая проблема у нас на этаже. У нас не работает на этаже свет. Двери открываются. Громко едет. Вот, Андрей, 12-й этаж, табличка по старой схеме, с потолка торчат какие-то провода, света у нас здесь нет. Кстати, вон этот синяя заглушка, если, не дай бог, будет ЧП, то датчик не сработает, вот видим клеймы, то есть какую-то слаботочку что-то они здесь подключали и до конца не подключили, это похоже эти провода, либо подключили, почему они вот так болтаются, почему это все не спрятать. Вот здесь то же самое, честно, непонятно. Не знаю, света нету. А, света нет, да? Света нет. Следующая наша проблема. У нас мятые двери в МОПе на первом этаже. Начали заселяться, обнаружили вот такую интересную историю в потолке. Вот полтора года... То есть это полтора года уже прошло, да, с этого? Я думаю, что плюс-минус, потому что вот я это помню, я уже, честно говоря, даже забыла, когда это появилось вот в потолке в моей парадной, и я не знаю, когда это все закончится. Но вот, если честно, вот любоваться на эту красоту, вот немножко утомительно. Так она вот здесь еще тоже, да, вот она, еще одна. Еще одна. То есть здесь видно, хотя бы лючок есть незакрытый. Здесь хотя бы лючок еще есть, здесь уже... Если туда посмотреть, там просто трындец, пауки из проводов. То есть туда кто-то залазил, они там, видно, делали слаботочком, вон они, блоки стоят, и там же не видно и так далее. Качество исполнения малярно-штукатурных работ на потолке, тоже обещает желать нам всем лучшего. В бизнес-класс же как-нибудь. Бизнес-класс. Крутили. Штапики – это тоже у нас системная проблема на дверях. В моей парадной тоже вот эти штапики. Присутствуют. А вот здесь видно, уже трещина пошла, вот все отошло. Да, я бы это и хотела показать. Гипсокартон, вот. Причем, кстати, так не слабо отошло-то все. Очень-очень прилично отошло. И здесь это, думаю, уже... что не усадка дома, это именно некачественная работа отделочников. Это не кирпичный дом, чтобы у него была усадка. И с этой стороны, обратите внимание, тоже вот до потолка его, там просто трындец, как все разошлось. Это же гипсокартон здесь. Да. И здесь гипсокартон. Качество работ, скорее всего. Очень грустно, Андрей.
Конечно, если честно, грустно. Мне очень грустно. Я конечно. Хожу, я смотрю, я человек, я перфекционист, но я, мне кажется, имею на это полное право за заплаченные деньги, нажитые непосильным трудом. И вот, конечно, вот это все. Ну вот это, да, ты открываешь, а здесь просто вот там затирочки у них не хватило. Да, у них немножко не хватило. Здесь они, видно, чем-то подмазывали, до сих пор не оттер. Вот здесь вместо решетки просто самая дешевая резинка. Я очень давно уже поднимала вопрос в чате по данному вопросу. Я не знаю, меня одно это не устраивает, или это общее как бы домовое недовольство работы управляющей компании. Ну, это, честно скажу, управляющая компания «Ариост» – это позорище. Себе домой такие коврики постелите. Очень-очень грустный смайлик. Ну да, кстати. Интересно, так получилось? Не знаю. И вот это, да, бизнес-класс, а у тебя здесь вот такая кнопка «Убогая вызова» на черных саморезах. Да. Давно уже даже в экономии стоят вот эти бесконтактные. Просто прислонила руку, и дверь открылась, смотрится поприкольней. А тут, конечно, трындец. Ну, да. После вашего приезда, Андрей, мне стало только грустнее. Уголки? А, сам профиль? Или сам профиль, да, он все помятое. Все покоцанное, но на такой верхотуре это явно не собственники. Проблема также не решается. Данное повреждение двери мною было обнаружено в самый первый день. И здесь никого, кроме строителей, строительной компании «Арсенал», до этого момента, скорее всего, не было. Следующая проблема наша, нашей парадной, нашего дома в целом. У нас совершенно не оборудована система для кондиционирования. Дом бизнес-класса, 21 век. Системы вешать некуда, на свои балконы, за свои деньги. Балконы есть не у всех, но кого это, в общем, волнует. Поставить вопрос перед собственниками о размещении внешних блоков кондиционирования в паркинг. Соседи, в общем, очень позитивно отнеслись к данному вопросу. Мы с супругом обратились к руководителю управляющей компании, которая сказала «нет». Только через УСС. Мы вот спустились в паркинг. Я вот смотрю, раз дверь, два дверь. Куда вообще идти, непонятно. Это не паркинг? У нас указателей нет. Указателей нет, да. Я вот, представляете, даже не знаю. А, о, к лифту, почему? Вот к лифту. Нет, все-таки это паркинг. Так, это сюда нам, да? Слушайте, ну здесь, как говорится, без пол-литра не обойтись. А, кстати, вопрос знаешь еще в чем? В том, что у многих не работает как раз домофония, вот, чтобы заходить в паркинг, и в первом, и во втором, и в третьем корпусе. И знаешь, что, как они нашли выход из этой ситуации? Они просто выключили систему. А, теперь ну, просто можно открывать без ключа. Ну, фитнес-реклама. А вот смотрите, вот это у нас согласованные управляющие компании кому-то, каким-то бенефициарам. Установлены вот они, наши замечательные. Видимо, от фитнеса, но мы общее собрание собственников. Ну вот он про блоки кондиционеров. Да, какая разница, чьи? Мы тут все на равных условиях. Ну, да. Да, собственникам не дают согласовать, но коммерция, вот, допустим, управляющую компанию, видимо, согласовывает ну, как-то. У меня также есть место в паркинге, и по странному стечению обстоятельств мой паркинг обрастает внешними блоками кондиционирования, которые устанавливаются непонятно кем, согласие непонятно кого. Паркинг в нашем первом корпусе также постоянно течет, это проблема системная и в нашем жилом комплексе по всем трем корпусам. Также это проблемы и в жилом комплексе «Ариоста», где я пока последние дни доживаю и пользуюсь активно паркингом, течет, потоп, можно брать смело лодку, байдарку и плыть. Дальше все наши проблемы, когда я поговорила с одним из сотрудников «Арсенала», мне в кулуарах объяснили причину происходящего в нашем жилом комплексе. Оказывается, наш замечательный застройщик, заломив цены за чудесные квартиры, которые, по всей видимости, ну, судя по реакции рынка на цены, на предлагаемые объекты недвижимости, не хочет приобретать по ряду причин. Наш застройщик остался со своими нераспроданными квартирами один на один и принял очень интересное решение для себя и очень неудобное решение для нас, отключив в этих квартирах отопление. Лифт периодически в паркинг также у нас не спускается, в чем причина, не знаю. Вот на днях видела мастера у себя на 12 этаже, мастер ремонтировал как раз грузовой лифт. Настолько ущербная вот эта обшивка, вот это я даже не знаю, но что. Но они это закрасили ОСБ, потому что, рисуют. Видно, здесь эти рисуют, печати вот эти стоят, как ну, обычно. Да, я поняла. Не придумали. Да, но есть же оргстекло. Нет, могли бы сделать антивандальное покрытие, например, как я в Simple, ну, там реально заходишь, оно крутое. Да, да, красиво. Добро пожаловать.
пожаловать домой, да. Ну, камеру хоть есть. У нас нет. У нас нет, а, кстати, нету, да? В парадной, да, до сих пор видеонаблюдение. Вот, обратите внимание, управляющий, застройщик, я не знаю, кто у них занимался этим вопросом, но они не учли того, что на последних этажах, то есть у нас разные этажные, здесь в этой секции последний этаж – это шестой. Здесь этажи, потолки выше. И они просто заказали по тому же типу, нумерация идет, как в других этажах. Ну, имеется в виду тоже высоты, да, должна быть до потолка, а она, соответственно, не доходит. А и так сойдет. У нас подход застройщика, управляющей компании вообще, в принципе, и так сойдет. Радуйтесь, что сдались. И года, называется, не прошло. Вот с такими проблемами мы системно тут сталкиваемся. Вот в среду планирую переезжать уже в свою квартиру. Уже страшно, очень боюсь, Андрей. Буду, в общем, звонить вам, писать, звонить, просить всякой помощи от вас, либо ходить по судам. Управляющая компания от застройщика? Управляющая компания по классике от застройщика, да, которая тоже провела ОСС, никого не уведомив о том, что вообще ОСС проводится. Я об этом знаю абсолютно точно. Нас никто не уведомлял. Извините, а объявления были хотя бы? Нет, объявлений никаких не было о том, что проводится ОСС. Мы узнали тут как бы колуарно все случайно. Это как-то вот начали обсуждать в чатах нашего дома. Но именно никакого публичного уведомления о том, о первом проводимом собрании собственников, первом, то есть это не текущее какое-то собрание по какой-то мелочной проблеме, а это первое собрание собственников жилого комплекса «Модум», на котором решались самые ключевые вопросы нашего комплекса, а именно выбор управляющей компании, способ управления нашим многоквартирным домом, фактически решился без нас. Управляющая компания пыталась некоторым собственникам под разными давлениями заставить подписать протоколы, эти бюллетени. Бюллетени не подписывали люди. Очень многие отказывались подписывать. Сказали, мне надо ознакомиться, я хочу почитать, посоветоваться с мамой, папой, юристом, с женой и так далее. Система СКУД у нас не работает фактически с первого дня заселения нашего дома. А в любом доме для того, чтобы в него пройти, вы должны приложить определенный ключик вот сюда и, соответственно, либо позвонить в какую-то квартиру. Но так как это бизнес-класс, то здесь все сделано для удобства, и не только жильцов. Двери открываются без ключа. Заходи, кто хочешь, мои двери открыты, безопасности ноль. Но вопрос, опять же, здесь другом. На весь жилой комплекс, это три дома, у нас всего один пост охраны. Но здесь стал вопрос о том, что застройщик своими непроданными квартирами платить-то не особо хочет, им-то это, в общем-то, и не надо. На что они сказали, мы так и быть готовы выделить вот такую-то сумму в пределах бюджета на то, чтобы субсидировать охрану. То есть не мы готовы оплачивать за свои непроданные квартиры согласно метрам эту охрану, а мы готовы выделить такую сумму, и в рамках этой суммы решайте, пожалуйста, это вот будет только один пост, и это будет, там, условно говоря, там, ну, один охранник, который там, не знаю, ходит или что он делает с нашим жилым... Спит и ест. Спит или что он делает, да. В МОПах, по крайней мере, на моем 12 этаже абсолютно не работает система вентиляции. В летнее время дышать нечем, очень жарко. Я не понимаю, в чем эта проблема, но, опять же, в доме бизнес-класса инженерные системы должны быть, функционировать и отличаться принципиально их системы от домов как форт-класса, эконом-класса, но мы, к сожалению, не дотягиваем по многим параметрам даже до класса эконом. Здравствуйте, меня зовут Анна. Я проживаю во втором корпусе ЖК «Модум». Проживаем уже около года. Наши проблемы наступили с наступлением холодов. Где-то примерно с конца ноября месяца в нашей квартире стало очень холодно. Я проживаю с супругом с двумя несовершеннолетними детьми. Неоднократно обращалась в управляющую компанию, как потом выяснилось, они отключили отопление во всех непроданных квартирах. При этом, когда приходил сантехник, измерял температуру помещения, она была не выше 17-18 градусов. Управляющая компания, ну, перестали решать нашу проблему и, так сказать, оставили нас на произвол судьбы. В январе месяце, 4 января, у нас закончилась холодная вода.
Я обратилась в управляющую компанию, и мне сказали, что произошло промерзание труб. И вода появилась только 9 января, когда была плюсовая температура. Мной была оставлена жалоба на портале «Санкт-Петербург». И мне в ответ прислали мной подписанный акт, но все мои замечания были зафотошоплены. И там стояла только моя подпись о том, что работы были проведены, и вода у нас теперь есть. В квартире примерно, ну, может быть, там на градус температура стала выше за счет того, что нижнюю квартиру подключили все-таки к отоплению, но это никак не повлияло, и у нас до сих пор очень холодно. Всем привет, меня зовут Дарья, я являюсь собственником в первом корпусе в 6-й парадной в жилом комплексе «Модум». Нами была квартира куплена на стадии застройки, поэтому, покупая квартиру, мы ориентировались, как и многие, на рендеры, то есть на красивые буклеты, то, что нам обещали, там, как красивая нумерация. Так, а вот такую нумерацию застройщик всем передавал или нет? Да, при приеме? Частично. Мне они позвонили, сказали, напишите в чат, чтобы соседи подошли. Вот моя рука, чтобы просто понимали, это просто какая-то... Я вот еще вот меньше табличек я не видел, честно. Вот видите, да? Я тебе вышлю как буклеты, напомнить. Угу. Вот. А сейчас мы будем через паркинг, кстати, проходить. У меня в машине буклеты. Угу. Я достану, тебе просто покажу, чтобы просто вот сравнить вот это вот убожество вот, с тем, что мы покупали, и с тем, что должно было быть. Лично я считаю, что, во-первых, должны быть качественные двери, чтобы их не меняли. Соответственно, вид внешнего внутри дома будет одинаковый. Нумерация, считаю, застройщик тоже должен крепить, чтобы это было все на одном уровне. Я один повесил сюда, другой вниз, третий вообще не повесил. Плюс, соответственно, звонки, я помню, здесь же выдавали вот эти... Вообще не выдавали нам звонков, в принципе. Это Вариоста выдавали. Вариоста выдавали. Бесконтактные вот эти вот звонки. А здесь... бизнес-класс, типа высшая Ариоста, но Арсенал здесь уже даже и на звонки поскупился. То есть нам даже звонков не перепало. В Ариоста хотя бы какие-то выдавали. Да. У нас где переходные балконы, через этот, вот в других парадных, у людей просто они выходят там, к примеру, на работу, ручку нажимают и все. То есть дверь заблокирована, то есть они никак не могут, а там не ловит, они не могут об этом сказать управляющей компании, и они просто остаются заблокированы. Как видео у нас... у вас, как в вашем видео в Ариоста, когда вы шли, пытались открыть какую-то ручку, и она осталась у вас у меня в руке. Я да. внимательно слежу за вашим творчеством, поклонница. Значит, у нас здесь было ровно то же самое. В холлах там диванчики, консьерж там и прочее. То есть у нас было все расписано, что действительно жилой комплекс бизнес-класса с собственным бассейном, который впоследствии оказался не собственным. Ну, мы с этим смирились, как бы ограничившись просто обещанием, что мы будем просто по паркингу попадать в отдельный вход, который, кстати, тоже не работает. То есть у нас нет никаких привилегий в нашем фитнесе, чтобы там сказать, что это там собственный какой-то бассейн или собственный фитнес-клуб, как вот заявлено до сих пор, едешь по городу на билбордах, там, допустим, дом бизнес-класса с собственным бассейном, спа там и прочее. В общем, даже сейчас они пытаются продавать квартиры под этой маркой, вот, но сейчас, конечно, люди в более выгодных условиях находятся, покупатели, потому что они видят, что покупают. Мы на стадии застройки видели только буклеты, обещания и, соответственно, могли опираться только на слова риэлторов, ну, которые рассказывали, как все будет, когда жилой комплекс будет сдан. У нас здесь сформировалась такая, сказать, коалиция собственников, которые готовы платить повышенную коммунальные услуги, но нужно понимать, за что платить. То есть мы готовы платить выше, там, к примеру, за охрану, мы готовы платить выше за обслуживание дома, но если оно есть, а по факту сейчас обслуживание на уровне эконом-класса, и то даже в экономе много где намного лучше обслуживают дома, чем у нас. У нас клиентоориентированность просто управляющих компаний на нуле где-то находится, потому что наши заявки остаются невыполненными, у некоторых просто там, не знаю, месяцами висят заявки о том, что нужно отремонтировать двери, о том, что нужно там убраться где-то или еще что-то. То есть заявки не обрабатываются должным образом, вследствие чего мы, как собственники, хотели наладить взаимодействие с управляющей компанией. То есть мы не просто там сразу обратились к Андрею,
Сергею с просьбой о том снять о наших проблемах. Мы более года пытались наладить сами диалог с управляющей компанией, но, к сожалению, во многих парадных двери сломаны, бракованы. У нас есть официальное заключение и ответ управляющей компании, этой же управляющей компании, которая говорит о том, что двери входные по всем корпусам требуют замены, и что данное заявление было направлено в гарантийный отдел застройщика. И это вообще очень странно, потому что застройщик и управляющая компания — это по факту одна организация. Почему так много бюрократии для того, чтобы решить самими же собой эти все вопросы, для меня, вот честно, загадка. Я еще хочу обратить внимание, что таблички, навигация, номерки, звонки, вот это все, это тоже сейчас до сих пор не сделано. Застройщик просто будто ушел в тень, потому что дом, я честно скажу свое искреннее мнение, получился хорошим. И внешний фасад, он выделяется на фоне всех жилых комплексов. Не хочется мне сказать, что дом там какой-то плохой или еще что-то. Просто обидно, что дом настолько красивый, не хотят доводить до ума. В жилых комплексах эконом-класса там какая-нибудь по трафарету, там семерочка будет написана. Здесь такого нет. У нас вообще нет ни навигации, ни нумерации. Вообще мы просто в каком-то лабиринте просто находимся и живем. Касательно моих личных проблем. У меня в квартире промерзает угол. Причем значительный перепад температур, о чем я узнала на приемке квартиры. Я заказывала тепловизионный осмотр, приняла квартиру, но с замечаниями. То есть в акции я указала, что есть проблемы. Их инженер расписался о том, что да, он видел тепловизионный осмотр. Плюс они проводили, управляющий компания, застройщик точнее, проводили дополнительно свой тепловизионный осмотр, где подтвердили эту проблему. В ноябре мною было принято решение подать иск в суд с требованием устранить промерзание, потому что они как бы не хотят в досудебном порядке решать. Того, что они знают о проблеме, о том, что люди мерзнут, о том, что промерзания идут, при том, что мы покупали квартиру более чем за 250 тысяч квадратный метр, что является выше стоимостью по Каменке, там, допустим. Вот. И мы должны бегать и выпрашивать у управляющей компании, у застройщика сделать нам хотя бы что-то за наши же деньги. Мы очень долго ждали, когда они соизволят спуститься с небес и дадут нам то, что они обещали. Но, к сожалению, как бы ничего не выполнено, ничего не делается, все вот замерло, и приходится идти в суд. Хотя многим не хочется туда идти, но приходится это делать. Добрый день, меня зовут Елена. Я собственница евродвушки во втором корпусе модума. В Питере бываю наездом, постоянно пока здесь не живу, но планирую. Столкнулась с такой проблемой, очень животрепещущей, мне кажется, для любого человека. Периодически из унитаза поднимается столб воды где-то на 50 сантиметров или на метр. Причем первый раз это случилось, когда сборщик собирал мебельный шкаф. Извините, это получается фонтаном прямо? Фонтан, бьет фонтан. Причем заливает возле унитаза, естественно, если крышка не закрыта, то это катастрофа. Я написала заявку, это было в декабре. Потом меня уведомили, что заявка закрыта, значит, я сделала вывод, что все у меня работает, все хорошо. После Нового года я приезжаю в Питер, в свою прекрасную квартиру, и вдруг утром я слышу шум, но я уже как бы закрыла крышку, чтобы не было каких-то неприятных последствий. Шум воды, и я увидела, что как бы вся крышка, все в пятнах. Причем, слава богу, что это вода, а не что-то другое. Значит, я снова написала заявку и начала... Да, мне сказали, что мастер придет 10 числа. То есть несколько дней, мне было страшно просто подойти, я извиняюсь, к унитазу. Потом смотрю, заявка отложена, я стала звонить. Мне отвечают, что, оказывается, нужны какие-то лестницы, чтобы в стояке, в паркинге провести ремонтные работы. Типа там высота чуть ли не 7-8 метров, и этих лестниц нет. Я говорю, и что, мне покупать эти лестницы? Я чуть ли не каждый день как на работу хожу в УК и спрашиваю, ребят, когда я смогу пользоваться вообще канализацией?
В пятницу я последний раз, уже у меня нервы на пределе, пришла к ним опять, выскочил на мои как бы эмоции прораб и сказала: вы не волнуйтесь, все, они вот-вот должны поступить, я сам пойду в понедельник, и все, с рабочим мы там порешаем. Вот отношения управляйки. Смотрите, вот после Нового года, сегодня, извините, какое, 21 число. Вот, пожалуйста, такое отношение. Это, конечно, меня очень беспокоит, как и все наше сообщество. Также у нас, мы вот рендеры Андрею покажем, у нас в чем вообще смысл? Когда мы покупали, мы, как я уже сказала, ориентировались на рендеры, и на рендерах были очень красивые, бронзовые, красивые нумерации. Вот, можете обратить внимание, в первой парадной только они сделали как по рендерам, ну, приблизительно как по рендерам, они сделали бронзовые в размер буквы, цифры, но, конечно, они не с выбитыми, а просто с прорезями, но, в принципе, вот этот цвет, он, в принципе, как бы близок к рендерам. А также хочу обратить внимание на вот эти таблички, которые здесь должны подключаться как-то к освещению, то есть они должны быть с подсветкой, но на стене не предусмотрено вывода для подключения электрики, и нас вот загадка, они уже год где-то висят, эти панели, но они никак не подключаются, просто висит провод. То, что они использовали в качестве там титула, чтобы показать, как мы можем... То есть сюда, получается, они водили покупателей? Да, да, да. Чтобы показать, и показывали, как будет. Как видео будет. Снимали рекламные. Да, видео снимали. Которые платили бешеные комиссии, только продайте наш дом. Да, то есть вот опираясь на вот это вот все, они продавали квартиры. Это первый корпус, первая парадная, второй этаж. Так, а здесь есть только циферка 3 в другом цвете, и все. Вот я извиняюсь, вот я пришел в гости, мне говорят, третий этаж, я без понятия вообще даже, какая квартира, первая, вторая, какая. Да, вот в этом-то и смысл. А теперь дискотека. Вот везде, на всех дверях, да-да-да, вижу. Практически везде они отломаны, они отходят, где-то в принципе они отломаны, где-то вот так вот. И тут сразу другая дверь, так, как да, обычный, да, эконом-класс. Вот, да, пожалуйста. А, вот тут прикольно. Тут это дополнительно, чтобы не дуло, похоже, да? Угу. Класс. Ну а что, похоже, так и есть все. Похоже, красивый. Здесь видно, колонны они окрасили, бетон серым сделали, чтобы покрасивее смотрелось. Тут реально тоже, да, вот проблема. Вот мы сейчас... Втроем, какой оператор? Мегафон? МТС. МТС и Мегафон тоже не ловит. Не ловит. У меня Билайн. То есть все тройка операторов, она здесь не ловит. Не дай бог экстренная ситуация, здесь даже не знаешь, что делать. Ничего то ли в камеры подпрыгивать рукой махать, если там охранник проснется. Куда бежать, непонятно. Куда идти, кстати, да, непонятно. Вот вышел, вот здесь только какой-то 5. Что такое 5? 5-й подъезд, хоть допишите вы. Вот, смотри, я скину больше, в лучшем разрешении. Вот у нас как бы как должно было. А, мойка, да-да-да, я же помню, тоже по рендерам это было. Мойка, вот это вот все стрелочки, навигация, этих, да, да. То есть все понятно. А здесь ничего нет. А вот здесь тоже должен быть датчик-анализатор газа, но его нет. У нас здесь все должно быть. Но его здесь нет. Хочу обратить внимание, что последствия потопа, которые были в июне месяце... Это когда вот сюда вся вода с ливневки шла. Да-да-да, когда вот ты приезжал, снимал еще с Павлом, с нашим соседом. В общем, до сих пор не устранены в плане того, что вот эти потеки, плесень, сейчас мы вот пройдем, во многих парадных оно как было, так и есть. А управляющая компания, видимо, самостоятельно, ну, не может решить эти вопросы. Ну, ты стоишь здесь, столько ощущение, что сейчас все дальше растрескается, вот здесь вообще просто трындец. Это не, а так на самом деле здесь все так прибрали, вроде так чистенько. А, парадную. Так, вот чтобы это не я делал, Диана, вот, продемонстрируйте. Андрей, вот я хочу вам просто продемонстрировать. Вот я женской рукой, небольшое усилие. То есть вот это уже... Это как в панельках, вот этот обычный это линолеум. Это 37-я серия, да. Так выжила. Вот у нас были точно такие окружающие конструкции. Я, честно говоря, думала, что это уже утопизм, остался в прошлом. Но, видите, нет, в доме бизнес-класса еще могут... И применяю. Я еще в тот раз, помню, тогда отмечал, что, например, вот сюда, например, коляску ты берешь с ребенком, сюда вот девушки затащить – это проблема. А вот здесь вот видно, вот, да, есть ощущение, что вот вода текла прямо вот отсюда. Да, ее просто замазали. И здесь замазали, точно, да. Точно, и все. Честно вам скажу, от времени очень. Ну вот видно, да, что вот здесь углы, что здесь такое ощущение, что вода стояла. Да. Это высохло или они подмазывали? Это так и высохло. Они ничего не подмазывают, они не любят.
будет что-либо устранять, у них по принципу и так сойдет, со мной сосется. Вот тоже, почему нельзя было алюминиевую дверь в бизнес-классе поставить, мне непонятно. Самая дешевая, как сказать, самая дешевая. Противопожарная дверь. Да. Идемте. Вот заходим в винтовой холл. Здесь у нас тоже ржавчина. Здесь мы что-то... Ну, ржавчина от того, что здесь влага была. Здесь видно, что подмазывали. Да, вот даже на плитке. Да-да-да. Наш шорт-лифт. Вот я на сумме досмотрю. Вот тут вот, судя по всему, что-то они подмазывали. Лифт приехал. Мы радуемся пешком. Простым таким, знаете, здесь. Мы учимся радоваться простым жизненным мелочам. Лифт приехал. Вот, ну, то же самое, да. Отсутствует камера видеонаблюдения. Украли. Полтора года. Полтора года. Здесь нет. Я вам официально об этом заявляю. Ее здесь нету полтора года. Вот эта красота у нас, в общем-то, как бы как везде, унифицированная. Вот, вот так если так снимать и сказать, что это бизнес-класс, все будут просто смеяться. Да. Обычный эконом. Я плачу. Я за это заплатила деньги, поэтому мне не смешно. А пока поднимались на первый этаж в лифте, обратил внимание на следующее, что вот у нас обычный лифт. Есть экстренная кнопка вызова, это мы позвоним в управляющую компанию. О, хоть датчики есть. Но обратите внимание, вот есть управляющая компания Ариоста, группа ВК, телеграм-канал. Все, куда мне звонить, если я вдруг, не дай бог, застрял в этом лифте? Непонятно. У нас сосед как-то писал просто в чат жильцов, что он сидит в лифте, его оттуда не могут вызволить, но кнопка вот эта сработала, хотя она не везде работает, не во всех лифтовых. Но вот, кстати, действительно нет телефона, куда можно обратиться, если ты вдруг заспишь. Ну да, если связь хотя бы ловит, чтобы куда-то позвонить. Но не у всех ловит. У меня, допустим, не ловит в лифте. Вообще у меня в лифтовых в принципе не ловит. О, какая красота! Вот у нас так год было. У нас недавно вот там сняли так. Так а почему они ее до сих пор не сняли? А потому что мы еще находимся, видимо, в стадии не знаю какой. То есть провод есть, а куда подключать? А некуда подключать, мы об этом не подумали. Вот, Андрей, вот объясните мне, как специалисту, это вот, вот вся вот эта история, вот знаете, вот эти швы затирочные, вот это все отсутствие, вот, оно так и было с первого дня. Это не то, что ну, так это никто и не переделает, похоже. Понимаете, вот у нас это системно абсолютно везде. Смотрите, не очищается совершенно не таким образом. Ну да. Послеремонтная вся... В общем, если, не дай бог, застрянешь, звонить некуда, но можно всегда вынос мусора, уборка квартир. Ребята, спасите, я застрял в модуме. Стабильно платим жилищно-коммунальные услуги. Андрей, прошу посмотреть на качество уборки. Ну, тут ничего не убирали. Здесь, нет, вот здесь даже крупный мусор виден. Мы сегодня должны уже довынести все на помойку, где заканчивается ремонт. А управляющая компания на мой запрос по поводу уборки мопа на 12 этаже мне ответила, что так как у вас идет ремонт, вам убираться-то тут и не обязательно. Оплатить мне обязательно. Обратите внимание, как управляющая компания и застройщик решили проблему того, что у многих ключи в паркинг не работают. Они просто открыли дверь. Все. Ну, то есть да, можно спокойно попасть в паркинг без ключа. Но у меня вопрос такой. Так подожди, у вас получается, что можно в подъезд зайти без ключа, в паркинг без ключа. Это безопасный бизнес-класс. Да, безопасный бизнес-класс, но проблема в другом. Сейчас, вот, допустим, вы опубликуете видео. Да. Они решат показать, что они молодцы, и возьмут вот эту вот ленту, которая там магнитик. О, Господи, эту дверь, где же пыль, походу, никто. Вот можно крестик нарисовать. Ну, вот они наклеили вот эту резинку, чтобы не блокировалась дверь. Господи. Снимут резинку. Они снимут. То есть дверь будет заблокирована. Как я могу попасть к своему автомобилю, если ключ не подходит? Обращаешься в диспетчерскую. А за это вы все платите? Да, мы за это все оплачиваем, естественно, коммунальные услуги. Обращаешься в диспетчерскую, они говорят, что они не могут эту проблему решить, дубликат ключа, там что-то, у них какая-то система сломана или что-то, то есть они не могут запрограммировать нормально ключи. Я принимаю эту проблему, к примеру, в первые месяцы после передачи ключей, но у нас, допустим, уже дом сдан полтора года назад. Ну, для меня это... Ну, я не соглашусь, что после сдачи месяц можно опустить глаза. Это новая машина.
Вот ты пришла, купила новый автомобиль, а тебе дилер говорит: вы знаете, вы вот с кнопочки ключом не откроете, вот по-механически вот так открываете первый месяц, потому что у нас там что-то не работает, но потом на ТО, когда приедете через год, мы вам все, наверное, сделаем. Нет, я с тобой согласна, просто мы лояльно пытаемся как-то быть... А мне кажется, здесь уже не нужно быть лояльным. Уже через полтора года я уже не лояльна. Просто когда ты платишь свои деньги за то, что тебе не предоставляет, ну это что за фигня такая? Да, да, согласна. Ну вот эти резиночки, это нормальный хендмейд. Вот мы с тобой в паркинге, да? Да. И я вот, например, смотрю, я вот честно не понимаю, куда мне выходить, куда. Вот здесь я вижу, там газовый анализатор достать. Здесь 448-е машинное место на скальные живописи. И вот так можно раз, в темноте вот видно к лифту. Ну так это потому, что мы уже здесь стоим 10 минут, и я это разглядел. А вот куда идти, вот, когда ты только переезжаешь и заселяешься в дом, честно, непонятно. Все нараспашку. А нараспашку почему? А нараспашку, потому что система скут не работает, чтобы люди могли попасть. Так, здесь как-то закрыто. Тут закрыто. Да, ну в другом. С другой пройдем, ага. Плесень была. Так, это у нас... Здесь я не поняла, что здесь. Тут вообще непонятно куда. Нет, ГРЩ, здесь... автостоянки, винткамеры, блин, вообще. А здесь сразу как в подвале-то обычно. Да, да. А раньше здесь также же эти кладовые в таком же виде сдавались, но потом... О, прикольно, смотри, а здесь получается вот этот лестничный марш уже начинает от здания отходить, жить своей жизнью. А, да, вот тут видно, что водичка льется, он свеженькая. Да, это нормально, там. У нас течет паркинг. Это... Вот здесь смотри, стык они заделал, он все отваливается. Все вот эти лепешечки. Друзья, слушайте внимательно звуки бизнес-класса. Красота! Это 14-я парадная. Я, честно говоря, очень сочувствую людям, которые здесь живут. Вот. И можно обратить внимание, здесь, получается, 14-я парадная, не работают двери, то есть они... сломаны здесь уже очень давно. Есть, а тут там, просто, да, улица видна. Да, ну здесь предписание даже есть, насколько мне известно, о том, что это ремонт. Ну, в общем, вот, просто мы... Все открыто, да? Да, то есть, пожалуйста. Кнопка не нужна. Двери заходите, здесь там сломаны они, я не знаю, я не техник. Но то, что у нас, как бы, в принципе, здесь по всему жилому комплексу входные двери требуют замены, это факт. Видимо, нас бросили. Как там кто-то сказал у нас, у меня есть соседи, спасите, помогите. Идем смотреть кладовки. Ну, тут стандартно все открыто. Хотите приобрести? Конечно. Вот здесь еще не покрашены кладовые, то есть так, как они выглядели до того, как здесь видели. Здесь вот по вот этим выслам видно, я понимаю, что здесь влага стояла. А запах здесь. Как тебе? Ну, шикарный запах гнилья какого-то. Да. На дверях можно рисовать. Давай в крестики-нолики сыграем. Да. В общем, здесь, соответственно, видно по полу, что здесь полностью как бы было. Господи, а здесь еще хуже, чем там запах. Это вообще жесть, я здесь не могу находиться. Да, кладовки, конечно, вот знаешь, вот вроде окрасили, да, серым цветом, уже совсем другой вид. Фу, вонище, трындец какое просто, трындец. Внутри, блин, мы, конечно, тут вообще просто, не... они такие все здесь грязные, пыльные. Да. Конечно. Знаешь, если вот сюда привезти закрытыми глазами, я бы подумал, что мы в каком-то бомбоубежище, в каких-то катакомбах. В старом здании каком-то заброшенном. К сожалению, и люди платят за это большие деньги. Сколько стоит кладовка сейчас? Здесь, по-моему, около полумиллиона кладовая. Но здесь маленькая. Это. Но здесь надо узнать. Давай туда пройдем. Ну, вот здесь вот по полу, кстати, видишь. Да, такое ощущение, что прям вот отсюда откуда-то лилось, да? Да, так я не знаю источник, честно, свечку не держала. Ну, может быть, ну, тут непонятно. Но здесь все было, в общем, в воде. И у людей в кладовках внутри, к сожалению, мы не можем внутрь попасть. Вот, но у людей внутри тоже. Ну, здесь по полу, в принципе, понятно. Здесь видно, да-да-да. Если здесь мокро, то в кладовых тоже. И, соответственно, дальше другое крыло кладовых тоже. Тоже вот, пожалуйста, проходите. Здесь вот наши двери открыты в прямом смысле. Ну, так вон, смотри, вот следы влаги. Вот они до сих пор видны, это влага. Да. Тут дверь не то, что открыта, ее просто вынесли. Господи, вонище какое! О! О! Слушай, а здесь вот видно, это следы, смотри. Знаешь, бывает, по лесу идешь, а там след чей-то, медведя, волка, а здесь след человека. Это такая качественная стяжка. Здесь видно, что тоже было влага. Слушай, здесь они посыпали каким-то реагентом. Такое ощущение, что он замерзло реально. Не, я думаю, что это какой-то типа сорбент, может быть.
чтобы влагу снимать. Ну, потому что запах здесь неприятный, да. Двери повыносили, понятно, чтобы вентиляция была. Ну, он кладовка, ну, здесь трындец. Здесь открыта дверь, потому что здесь все вот было в воде. Вот, и, кстати, да, чтобы... да, и во многих кладовых именно вот такая ситуация, а люди туда поскладывали стройматериалы, какое-то имущество. Ну, естественно, и у да. них вот такая вот ситуация. Ну, вот это все, это мокрая стяжка, вот вся вот мокрая. Вот видно, что вот где вода стояла. Да уж. Дверь уже вся ржавчиной покрылась, качество какое. Воды? Ну да, вот уж следы влаги, вот видно, как она подтекала. Тут знаю, вообще трындец, как все сгнило. Стяжка. О, господи, как тут холодно-то! Просто трындец. Чувствуешь? Да, да. Тут реально такое ощущение, как будто в холодильник попал. А где отопление тут здесь? Я даже не знаю, можно что-то хранить. Вон здесь. Сейчас фонарик включу, а будет там видно. Там вообще будто, знаешь, плесень какая-то, не знаю. Ну вот видно, да, вот это вниз. Это вот как раз... О, вот она, это плесень. Это вот это, похоже, плесень. Да, желтенькая. Трындец. Слушай, здесь очень холодно. Мне просто обидно за людей, которые отдали свои деньги. А ты когда покупаешь, ты же не думаешь, что у тебя вот такое будет. Да, да. Я вижу к лифту, и к лифту непонятно еще в какую сторону. К лифту в какую пора? Лево, направо идти, да. Да, это проблема. Они с того раза, я помню, когда с Павлом снимали, я вижу, что они окрасили кирпич и окрасили бетон, потому что все было... Выглядит теперь поприличнее, да, намного. Поприличнее, да. Конечно, так намного презентабельнее и приятнее. Согласен, да. От корпуса к корпусу. Здесь холодно. Вот здесь вот заходишь, и чувствуется, что пошло... Под первым где-то плюс 11. Мы тогда, помню, с Павлом здесь ходили, здесь просто вот был кирпич не окрашен. Вот они его даже окрасили кирпич, и уже вид совсем другой. Да, да, да. Просто уже совсем по-другому стало. Но вот здесь уже чувствуется холодина, просто холодина. Да. Здесь уже... Это говорили... вот заезд-выезд ваш, да? Нет, чуть подальше. Вот чуть... где черное. Ну, а вот и непонятно. Куда? Куда здесь? Где он? Блин, как тут холодно-то, капец. Вот здесь сидит у нас охрана. Вот, не знаю, сейчас они на месте или нет. А тут не видно, все пленка закрыта. Вот, обрати внимание, вот это въезд вообще, вот это въезд, а вот это выезд. Но выезд закрыли уже... Закончить должны, вот видишь, до 29.11. 12.23. Ворота типа закрыты с 21-го, то есть неделю должны были. Угу. Вот. Въезд в паркинг осуществляется с противоположных ворот. Получается, если люди, ну здесь они вот не знаю, чем они там залили, и вот, как бы, понимаешь, они уже на месяц просрочили. И не понимаю, для чего, почему они его закрыли, в чем проблема? Ну вот они заливали, наверное, что-то, я если честно, не знаю. Вот, но там обледенение проблема... было или что, в чем проблема? Здесь, да, у нас скользили, то есть это противоскольжение, что-то они делали, чтобы безопасность какая-то была. Вот, проблема в другом, потому что когда едет две машины, одна, получается, с этой стороны, а другая оттуда, а там очень узкий, как бы, заезд, нам нужно как-то разминуться здесь, это в корне небезопасно. То есть сейчас, когда мало еще людей в жилом комплексе, может быть, это не прям такая, собственно, насущная проблема, но я уже несколько раз сталкивалась с аварийной ситуацией, связанной с закрытием вот этого вот. То есть неделю еще потерпеть, как они вот написали, технические работы можно, но два месяца пропускает те, кто сверху спускается. Знаешь, хотя бы зеркало повесили, потому что я в прошлый раз его не помню, чтобы оно было. Да, зеркалами оборудовали, это они сделали, и еще светофоры, но они уже давно... стоят. Светофоры есть. А, я помню, кстати, снимал проект от Сетла, Панорама Парк. Ой, снимал этот у Ломоносовской, забыл, как комплекс называется. И общался с руководителем проекта. Он как раз сказал, что вот у них под бетон уже зашиты кабель каналов, в которых проходит нагревающий электрический кабель. И когда становится начинает холодать, там наверху есть датчик такой в виде антенны, и он начинает включать этот кабель для того, чтобы можно было заезжать и выезжать нормально в паркинг, потому что обледенение, если там нет подогрева, это нормально. И как раз вот где на ширину колес рассчитано под технику, ну какое-то там, соответственно, расстояние, что там как раз обогревается, и там можно спокойно заехать и выехать. Это обычный комфорт. А здесь бизнес-класс, и вот почему сразу это было не сделано, непонятно. Здесь вообще уклон какой-то сумасшедший еще, и люди с передним приводом сталкиваются сейчас, я в том числе, с проблемой в том, что вот там вот, то есть ты же останавливаешься наверху, чтобы открыть ворота, потому что они не срабатывают с половины горки, они срабатывают только когда ты полностью вплотную подъезжаешь. Вот, и получается, когда уже поднимается, ты пытаешься тронуться, а у тебя пробуксовывают колеса, потому что там каша, то есть люди же заезжают, там вот это все. Ну да. Но это тоже как бы
не знаю, как спроектировано, очень странно. С тобой вот сейчас здесь стоим, и видно, что есть щель, ворота до конца не закрыты. Холод здесь идет, да. Холод сюда идет, это, во-первых, теплопотери, вы за это платите, а тепло вот уходит туда на улицу. Да. Так, а здесь что у нас? Здесь у нас склад дверей. Демонтировали двери и сюда, соответственно, их поставили. Это не квартирные двери мы видим. Это двери, видно, похоже, с парковки и с внутри где-то коридоров. Может, они еще собираются куда-то переставить их, поэтому не удивлюсь. Продать на Авито, не удивлюсь. Зайдешь на Авито, там эти двери продаются. Значит, это называется приямок, то есть самая низкая часть в доме, где, если попадает влага, то вот погружной насос, поплавок есть. И вот смотри, видишь, как он домиком стоит? И вот эта решетка вот у меня, знаешь, она держится вот просто вот на этой трубе. И знаешь, ну, по мне опасно, например, машина наедет, не дай бог, вниз провалится колесо. Здесь машины, это же паркинг. Да. Работа, то есть, уже завершена по доделкам, даже по третьему корпусу. От застройщика была... Ну, здесь мусор, здесь остался мусор. Да. Кстати, плитка. Кому нужна плитка, ребят? Да, берите. Плитка недорого. Самовывоз, третий корпус. Гравийная кружка. А, так это управляйка, здесь склад, похоже, сделан. Да, 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 это не людей, это вот... Штукатурка, козлик, все как надо. А, вон здесь, вон, видно, вода сюда капает постоянно, вот. Это вот откуда-то вот отсюда. Я не знаю, что это за парадная. Так вот, видишь, ты не знаешь, а я-то тем более, когда ты здесь первый раз или там десятый. Зашли, значит, и вышли в лифт для того, чтобы подняться наверх. Вот да. Вы с вещами, с детьми, не знаю, там, с пакетами из Икеи и ленты. Лифт не работает, да. Жмешь-жмешь, а ничего не работает. То есть нам, получается, как я понимаю, сейчас нужно выйти как-то, каким-то образом из паркинга, найти выход, выйти на улицу и зайти с улицы, наверное. Давай попробуем. Да, целый квест. Классный выход. Тут еще... Ох, как холодно-то. То есть мы пришли туда, да? Да. О-хо-хо-хо. Круто. Нормально высадили. Данная дверь, то есть есть заявка 11 ноября. Тут закрыто. 11 ноября, что здесь разбита это выход... дверь. Паркинг, это да. С паркинга, да. С 11 ноября заявка. С 11 ноября заявка. Статус уже как выполнено, что дверь якобы поменяли или не знаю что. Что передали, возможно, в гарантийный отдел. Но смысл в том, что прошло уже, получается, больше 2 месяцев. Эта дверь разбитая. Бизнес-класс, пожалуйста, просто как добиться хотя бы чего-то. Она же в углу, получается, у забора, поэтому и пофиг. Не видно. Не видно, да. Да, ну, в общем. А, смысл же в том, что идет туда холод. Конечно. То есть люди платят за отопление. Да. И ну, видимо, это никого не волнует. Ну, вот. Нормально все, да. Пока ходили, смотрели, мне показывали нюансы бизнес-класса. Прорвало, похоже, трубу. Здесь, кстати, видно, вот смотри, ну, вот это видно. Это уже не первый раз. Это не первый раз. И вот здесь такое ощущение, что ржавчина, да, везде пошла. Угу. Потому что воды очень много. И вот вода капает откуда? Из труб. То есть это не собственники, не это... Да, да, но это такое качество. Сколько так, этому смотри, дому? Год, вообще два? По швам. То есть это уже прямо крупный след, это будет видно. Ну вот здесь видно, уже перестало течь, возможно, там водоподачу отключили. Здесь тоже видно, что вот оно уже не первый раз для наркоманов. Не, ну слушай, здесь можно фотографии такие да, сделать. Да, красивые делать, да. Так, это у нас с тобой какой подъезд? 19-я парадная. 19-я парадная. Ну, парадная это не назвать. Здесь просто, знаешь, страшно даже наступать. Красота. Смотри, видишь, вот этот, помнишь, приемок я тебе уже рассказывал? Да. Вот, видишь, погружной насос. Вот труба даже к нему есть. А вот, соответственно, поплавок. Вода до самого верха. Как считаешь, должен был насос работать и выкачать воду? Ну, я считаю, да, но... Ну, я тоже так считаю. Но, похоже, они либо отключены, либо, соответственно, не работают. В общем, обратите внимание, вот здесь вот на 21-й парадной произошел потоп, по чьей вине уже, как бы, пусть уполномоченные органы разбираются. Вот. Но смысл в чем? В том, что с 7-го этажа по минус 1-й затоплены были квартиры, и, соответственно, это потоп, ну, продолжался как бы очень долгое время. Вследствие чего там был мороз, и образовались огромные сосульки. И с другой стороны, мы тоже снимем. Мною лично и несколькими другими собственниками были написаны просьбы там настоятельные, чтобы эти сосульки убрали с фасада, потому что они метровые, даже больше, то есть это очень небезопасно.
Вот. Кстати, подтверждением того, что не отапливаются квартиры, вы можете обратить внимание на окна. Они промерзшие полностью. Да, видно. То есть, если бы квартира отапливалась, то тогда они бы были теплые. Она мне просто прямым текстом говорит: так там же не проданы квартиры, зачем там включать отопление? А то, что люди в смежных квартирах мерзнут впоследствии, это уже никого не волнует. Вот. Соответственно, уже прошло больше недели, эти сосульки висят. Единственное, что они поставили ограждение вот так, но там единственный идет проход. То есть это единственная пешеходная зона. И получается, людям с колясками там совсем, они должны выходить на проезжую часть, видимо, по мнению управляйки, и переходить как-нибудь там, не знаю, справляться, потому что полностью вся вот эта вот зона, она закрыта. То есть они ее как обезопасили, спасибо большое. Но мы хотели, чтобы вы не просто ленточки повесили, а чтобы вы эти сосульки убрали. Если вы тоже хотите осветить проблемы своего жилого комплекса, рассказать как положительные стороны, так и отрицательные, напишите мне в мой телеграм. Ссылку на свой телеграм оставил в описании к этому видео. Друзья, рад был вас их видеть. Обязательно поставьте лайк, не ставьте дизлайк, подпишитесь на канал и поделитесь ссылкой на это видео. А я с вами, как обычно, не прощаюсь, а говорю: до скорой встречи.